Привет, привет, мои дорогие ребят. На этот раз я себе приготовила аж два ножика. Я не вытерпела. Ну, я уже хочу жрать, честно. Мне так вкусно, это вы не представляете. Ой, ой, ой. Я нашла халат дома, платье-халат. И думаю, блин, я его все равно никуда не носила. Вот никуда, 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 думаю. Я тоже буду красивой, да, со своими... Вкусно же будет, да? Чувствуете? Ой, у меня уже слюни текут. Худеем. Ладно. Есть такие таблеточки, которых при этом можно. И все будет нормально. При этом, ну, выпьешь, и все будет хорошо. И даже не поправишься. Вот тут у меня щиполинка завалялся. Где моя соль? Ой, вы не представляете. Ой, на интересу. Ой. Вы не представляете, как это вкусно. У меня там еще кое-что варится. Но это еще рано есть. 2 часика. А вот это. Какая-то вилка не острая. Это чекос. Просто я завидую. Великая блогерша. Это очень. Вкусно. Вот мало огурцов. Буду в следующем году больше делать. Говорю, сестра, я варюша, приезжаю, блин, она собралась, говорит, ко мне подружка должна приехать, ну, заехать, вот жду, а никак не дозвонюсь до нее, точно приедет или как, если передумала. Я приеду. Кто меня не смотрел, почему я... Как я их стала есть и любить, я не знаю. Почему? Вот чтобы мама у меня их покупала, когда я была маленькая. Нет, никогда.
Но они все тоже любят. Ну, по крайней мере, я такого не помню. Как-то, помню, я уже взрослая была, папа приносил. Мы варили. А я... уезжал к дедушке, и он их покупал и варил. Как это было вкусно. Он меня научил. Дядя Саша. Вот красной рыбой. Сейчас никого не удивишь. А ушко-то погладать. Ой. Вкусно. Что-то вроде на медленном огне варится, а так кипит усиленно. Очень вкусно. Ребят, вы не представляете. Вилка какая-то не такая. И очень вкусный кетчуп. Не сравнить вот с этими Махеевыми. Там еще красный, ну, кстати, был острый. Надо как-нибудь попробовать. Сладко-острый какой-то. Конечно, вкусно. Но я думаю, что я уже наедаюсь. Прям чувствую, что хватит. Обалденно. Вот это. Во. Но мне еще надо оставить место. Поэтому я не доем. Доем позже. Все. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.